больше воров. Так, а ты иди под Сануки. О! Блять. 4800 стоит, а у меня 600. Есть немного бабла. Да, проси. Почти 400 тысяч уже скоро будет. Ой, блять, расторг. Я еще соглашение с тобой не расторг. А ладно, заново поиняли. Да, вот так, чтобы гарантированно хватило. Я, получается, с двумя еще воюю. А ты синего еще не убил? Нет, они там вдвоем, я ж... Я убил его армию. Но не его самого. А, да, получается, красные на территории синего остались по одному куску. Посмотрю, у меня тоже... Я армию перекупил красного, сейчас пойду сразу атаковать его город, Сануки. Причем там как раз те войска, которые я обычно в гарнизон ставлю. А у, есть... него, у него в Сануке, наверное, там сидит что-нибудь приличное. Вряд ли. Там у него красный, в ее идет большой отряд. А-а-а. Ну да-да-да, спаси, ничего нету там. Ну тогда. Чмыри волка позорного. Какой-то корабль там выруливает. На обстрел, что ли? Ну, ты говоришь, долго буду остров захватывать. Я, блин, его сейчас захвачу весь. Не, на самом деле, долго-долго захватываешь. Ну, ты говоришь, будешь долго захватывать, а тут как бы вообще херня. Что-то синих там дохуя, кстати, бегает по твоей территории. Да, маловато. Я сейчас просто из-под города пока не пойду. Нет, а там один отрядик такой приличный бегал. Один очень маленький, второй чуть-чуть больше, чем нихуя. Если он, относительно... если он в город пойдет, он, по-моему, город захватит. Вот то, что у тебя там сидит около города. Так ты вот не забывай, что там этот еще в самом городе есть. Ну все. По-моему, да. Ну то есть я просто в город его все равно возвращаю, этот отряд. И город, и этот. Там нормальные войска. Ну и я свой основной сейчас, наверное, верну туда. Так, ну что, пацаны, я сейчас коричневого выхожу на границу коричневого. Буду... Буду мутить мутки. Блять, 5 ходов еще, сука, до префектуры. Да ебаный в рот. Так, вот этого пацана. Я реально быстрее сейчас изучу вообще все технологии, блять, прежде чем получу префектуру. Даже при том, что она уже строится. Так, этого сюда. Этого сюда. Правда, у меня префектура строится уже во всех городах. И нигде не достроилась. Сколько тут? 5. Всего себе посадить. Минус 2. Так. Тона, уйоби здесь щелка. Тона, ukari nak koto wa itashimasu. Watakushi me ni goyou de shou ka? Hyōrō wo atsumete. А, синоби, она ЖД вокзалами не пользуется. Лель. Я думал, сейчас, о, синоби посажу и через полкарты ехаю.
нужная точка. Я сейчас надеюсь, что я, у меня получится пройти в Тамак Такамацу. И сразу его бахнуть. Так, ну вроде все я. А, ну тут отряд еще шел. А, ну он нашел, да. Да, все. Так, а, не, кач. Все. Держи ход. Его же, кстати, войсками воюю. Продажные шкуры. Ну и давай, в сануки подходи, смотри. Сможешь его вынуть? Не дошел. Блять, и даже не видно, кстати, ничего. Че там у него? Но я сразу начинаю там сеять смуту. А, ну, кстати... А, ты... и я его захвачу, да. Ты его захватишь, там и войска сидят, хуйня. И, иди, и синего бей, и захватывай ее. Так, я вот не знаю, да, я, наверное, вниз пойду сейчас под город. А, блядь, не дойдет. Тогда вот так делаем. Да, хуялим лучше, верхнего. Лучше верхнего ебани, да и все, и ее захватим. Сука, тоже не дойдет. А этот в город идет. Да. Видишь, там нормально будет войско. Ну да, он не на, они на равне будут. Плюс, пока он дойдет, там еще построится. Там еще одна пушка будет. Так, а ты пиздуй в ее, ты там, собственно, и будешь сидеть потом. Казарму не удалось. Так, ковать. А, ну тут мне воевать-то уже некуда идти снизу пока что. Городом встань и наймем кучу ополчения. Ну, по стандартной тактике, вышел из города, найми ополчение. У меня во всех городах, блять, есть ополчение, потому что иначе они будут урать и материться. Блять, меня опять обстреливает крас. Кстати, я опять забыл флот нанимать. А, ну не забыл, а некуда. Там очередь занята. Да, броненосцев больше нельзя нанимать, фрегатов больше нельзя нанимать. Остаются корветы, блядь. Так, что мне изучается? Четыре хода еще изучаться будет. Мне еще остались хоть кто-то, с кем я еще, блядь, дружу, кроме тебя. Да, Цо остался единственный. Ты с ними типа торгуешь? Да. Не, у меня торговля дофига с кем еще. А, ну не, с тобой, да, Цо и Эда. Но Эда уже это. На измене там весь. Ёб твою мать, я на всю свою армию трачу уже 22 тысячи. Ну, армия это вместе со флот, вместе с флотом и всем вот. То есть сухопутка и флот, вот. 22 тысячи тратится. На флот у меня тратится 4200, на сухопутные 17800 войска. А, я понял, где желтый находится, он походу вверху находится. А, вон здоровый. Да, так что. Ебать, он там большой. Он случайно не засёк Гуна? Наверное. Ну, он пизды получится. Да, там как бы... Это лишний повод ему скорее получить пистюлей. Ты железку построил? О, построил, отлично, молодец. Кто? Я ничего не строил. Ну, вон, Вабама уже уходит. Значит, там построили. Ну, поезд дальше поехал. Надо захватывать. Так, пацаны, мне сюда, получается. Я Массира.
Емасира. Так, ты давай сюда подходи. Блять, у меня префектуры дошли уже до этого. До самого низа моих провинций. Ну как дошли, они все еще строятся. Но постройка уже в самый низ уходит. То есть вот этот путь весь. Строительство. А, кстати, синий так и не напал. Он так стоит на проходе. С обеих сторон. Так, давайте качну. Ой, из танга можно агента, наверное. Или пацанчик. Я хочу, я сейчас ее, наверное, заберу. И Сануки. Разом. И считай, остров я захватил практически полностью. О, да. Ты крут. Ты крут? Нет. Блин. А чё, я всё захватил. Я вообще сейчас со всеми дружу даже. Вот потому и нет, что ты еще дружишь. Дружишь? Как ты можешь с ними дружить? Ну, приходится как-то. Не все же воевать. Ну, пойдут строительство. О, лагерь пошел строиться. Тут. Все. Так, ну вроде все. Так, что я там изучаю? Ага, все правильно. Так, ну тут не надо. Семья. На тебе. Кавати, растущее недовольство. Ужас какой. Что ж ты будешь делать-то? Целое ага. Растущее недовольство. Наверное, дам пизды. Как думаешь, отличный план? Не понял, что за хуйня. В смысле? Тебя предали, что ли, твои войска? Да, часть войск ушло. К нему. Что за поражение? Часть ваших войск перешла на сторону противника на поле боя. Эти воины будут сражаться против вас. Охуенно. С генералом. Я не понял. Генерал тебя предал, чувак. Нет, часть. Не все войска, только часть ушла. Ну понятно, у тебя генерала нету. Или есть? Ты нажми хоть что-нибудь, блин, задолбал. А. Генерала нет, но это хер с ним. Да, у тебя генерал, походу, предал. И войска забрал, охуеть. О, пес. Вот, повысить звание, да похуй. У меня новый теперь есть. Это, кстати, был один из сына. Сынишек. Прикольно. Меня еще ни разу не предавали, Дима. Вот так откидай. А он такой был весьма херовый. Ну, заебись. Не, ну он такой подъебун, кстати, вообще жесть. Причем вот прям в бою это как бы вообще не это, не хайп. Понимаю, ладно бы так предал там после что-нибудь или до. Так, ну, попробуй это самое, Сануки ебануть. Вот Сануки ты сейчас ебанешь. Да, только я войска эти чуть-чуть отведу назад, которые наверх на ее шли, потому что, блядь, он пушку забрал, педрило. О, пёс. Ну и что, то зато у меня там новые пушки будут. У меня там пушки Армс только строятся. А Сануки, да, я соберу сейчас. И в этом городе сейчас осяду. Да, потому что там если та армия придёт... О, плюс два генерала.
Минус один, плюс два. В итоге плюс один получился. Ну да. Не, ну вообще... Ой, я еще заразил их бабу. Не, ну это подстава, это прям такая жесткая подстава на самом деле. Ну, неприятненько было, скажем так. Прям вот посреди боя вот такая фигня. Так, это под город, там я... Надо будет еще пушку построить. Так, что еще? Надо еще одного, один отряд кавалеристов сделать тогда. Да. А, вот одно плохо там, он опять же в американского морского пехотинца забрал одного. О, пес, тебе придется заново делать его. А чего его по ПЖД дороге, ты быстро его... А сюда его никак по ЖД не потерну. Почему? Но, ну, потому что это остров. Ну на остров, да. Да, тогда, похер. Тогда как корабль строить на корабле, тащить его. Корабли у меня строятся. Много строится. Корабли далеко плавают, кстати. Так, этот отряд, наверное, надо уже вниз вести. Вот тут пусть постоит пока что на станции. Рядом со станцией. Туда войска стянутся. Так. А, я шелк захватил. Да, я шелк захватил. Е-е-е. Не прошло и 100 лет, блин. Причем уже максимальный уровень шелк. Хоть что-то, блин, мне нормально досталось. Ну, как бы смотри, один исчез, один пришел. Я считаю, в принципе, нормально. Ну, ненадежно. Точнее, два, да, один ненадежно исчез, а два надежных пришло. О, пошел у тебя ураганец красный, пес. Подумайте над моим предложением, и вы поймете. Должен память. Потому что с военным союзом опять. Ага. Доебался с своим союзом. Боиса? Он понимает, что однажды до него дойдем. А, там, видишь, под ее ходят. Угу. А, и там красный, походу, отхватил все-таки ее, да. А, это его последняя провинция осталась. Бунт, восстание, опа. Это хорошо. Куда убежал, куда убежал? Ах ты, псина. Так, два раза убежал. Не, а я второй раз не дошел. Че я могу сказать? Ты, в принципе, сам знаешь, что я могу сказать. Так, что мы тут можем? 7, нифига себе. Можем, кстати, вот этих вот пацанов сюда. Еще нужно отдал пацана. 3 нормас. Куда тебя? Сюда давай. Топ, а где еще ниндзя был у меня? Где-то бегал. Так, ты давай сюда. Так, где-то тут ниндзя бегал. А, вот. Давай-ка все сюда. Надо посмотреть, кстати, будет семью. У меня аж 2 военачальника новых. Надо бы их в семью будет ввести. Так, а где мои кораблики были, кстати? Потому что мы их уже распидорасили, вот они. О, какой-то пес тут стоит. Его обстреливают, сейчас добью его нахуй. На, нахуй. Тут твои пушки вот там отрабатывали. Я решил добить. Ну а чё он, собственно, её убийца.
Вафелька сегодня-то. Вафельки. Текс. Блин, если на город нападет, то можно захватить город, кстати. Кто? Блин, пушки. Да, там вон пес. А, у тебя? Угу. Просто о-о-о. Сануки он у меня уж точно не захватит, потому что он либо в Сануки пойдет, либо в Ие будет сидеть. И скорее всего он будет сидеть в Ие. Там видишь, какая армия в Ие сидит. Ну-ка, если вот так вот. Ебать, у него очень часть войск купил. Вот теперь он точно ничего не сделает. Мне теперь два войска не нужны. Какие-то лохи. Ну, я у этого войска просто захватил, чтобы... А, я и генерала у него купил. Нормально. Ну ладно, спускай. Пушки какие-то, я пойду с этими войсками убьюсь, не знаю, потом. Бля, у меня один из новых генералов, короче, обожает, когда с моря обстреливают. В общем, за 11 тысяч у него купил тут пушки какие-то однопотопные. Деревянные, что ли? Да. Ополчение, в общем, такое отстой. Ну, генерала, кстати, купил. Это прикольно. Теперь мне нравится, что у меня два, блядь, новых генерала. Типа, у меня тоже генерал. У меня уже раз, два, три, мудака. Четыре, пять, шесть... Семь. В итоге семь офицеров. Заебись. Бунт самураев в Кавати! Похуй! Похуй пляшем! Так. А, блять, он отряд снайперов забрал, вот мудила. Вот так вот чуваки восстали. Я взял армию, купил. Да не, я про другое матерюсь. Да не, чё тут? Я про это, про армию совесть. Так. Ну и линейки теперь. И побольше. Ой, блядь, не влезает. Так, а сколько у меня там отрядов идет? Два. Соответственно, один вверх. Остальные назад в город. Не могут. Да и похуй. Так, где у меня бунт? Бунды. Ковати, вот он. Не, ну, бля, вот эти два генерала, конечно, меня порадовали. Ну, ты быстро-быстро захватил, а в итоге опять красные и синие тусуются. А, да там говно сейчас будет. А у синего, ну, между прочим, две территории. Ещё. Да, это уже не остров тот, этот рядом. Ну, тем не менее, синие там тусуются-то. А их надо добить, чтобы они уже мозги не ебали. Красного я сейчас добью. Сейчас у меня армия, да, восстановится. И добью его, соответственно. Та-та-та-та-та. Где у меня дорога перекрыта? А, бля, да. Я ж сам себе ее прикрыл. Так, тануки. Так, ты пиздуй воодушевлять народ. Армия. Что тут хотел-то, а? С генералом пиздуйте сюда, дайте ему пизды. Какой-то генерал как бомж одет. Так он из этих пришел-то. А, свой человек, понимаешь. Так, этот отряд я выведу, расформирую нахуй. Ебать в ее сидит, я ебу там отряд. Да, пофиксим. Ну, тебе не знаю, зона дарья будет такую приличную тащить.
еще синий поджимает тебя, который вообще тебе. А он там стоит все это время. Причем у него в Ави вообще, считай, нихуя нет. То есть я могу, в принципе, из Сануки вывести и захватить Ава. Не, ну понятно, тебе надо сначала синего-то гоп-стопнуть, а у него такая армия неплохая, нет. Так я могу через низ пройти. Такое. О, он вышел, кстати, этот. Кто? Из нее? Да, красный. В какую сторону пошел? Вниз? К тебе, да, туда. Ну, там непонятно, на самом деле. Если вниз, то надо будет своего второго генерала отводить, ты. Так, синий, я смотрю, вторая, вот эта маленькая армия, с которой у меня один отряд Хибаси. Ну, при атаке которого у меня один отряд с Хибаси. Эти петухи решили напасть на меня. Так у них, блядь, вариантов-то. Не, ну я хотел купить еще попробовать их. Вот это прикол. Ну, она решили убиться так, ради бога. Никто ничего не имеет против. Что-то хотели умереть с честью, как самураи. Чё тебе не нравится-то? Восстали такие. Так, ладно. Так, тогда я вывожу отсюда войска, все вообще, все просто. Так, и завожу сюда вот этих вот пацанов. Все, нормально. О. Так, вы давайте сюда тоже. Так, тут у меня пацаны стоят, да? Так, давайте мы конника. У меня вот этого пацана на коня. Так, тут что у нас сидит? В табе. О, в табе можно, кстати, войска уже выводить. Генерала можно вывести. Еще можно вывести. Отлично. Так, войска тут кооперируются. Так, ну все, можно объявлять этому петуху войну и пиздить его ногами. Так, у тебя какой там значок? Ага, понятно. Ну что, уважаемый, повоюем. Давайте переговоры. У меня есть дела поважнее, чем выслушивать всякий вздор. Так что хорошенько подумайте, прежде чем отказаться. А хуй у нас с тобой военный блицсоюз. Я не могу отказаться. Ну ладно. Сейчас я тут всех отпищу. Оу, ебать, у него там армия какая-то лютая стоит. Нихуя себе. Так, пацаны, отступаем. В осаду пробуй брать. Я так захватывал и тосы, и все. Так вот пока. Да там какие-то... О, да, ее он покинул, заебись. Мегазвездочные генералы, походу, там какие-то прикачанные. Сейчас я то, сейчас я ее буду захватывать. Так, ладно, пойду теперь вниз тут. А где тут у него город, интересно? Шидро. Из Сануки пойду Аву захвачу. А, туда все не мог. Сейчас я говорю, я партизанской войной тут сейчас всех раскидаю. Так, ну ладно. Где мои ниндзя? Мне нужен ход, чтобы захватить еще один город. Там мне уже опять строить нечего, поэтому я сижу и хуйню страдаю. О, три хода, кстати, осталось до префектуры. Так, а где мои кораблики, блядь, тут ебашут кого-то? О. Сюда пойду. Так, ну и все, да. На тех ход.
Повышение уровня синоби, наемника, это похуй пока что все. Так, вот этот отряд совместить вот. Так, нет, сначала отведем вот этот, блядь, потому что иначе я запутаюсь среди них. Блядь, да как ты не дошел-то, ебаный в рот, да похуй. Во! Ты идешь в ее. Три хода, блядь, идешь в ее. Ладно, похуй. А вот и он. А убедить войска 23%, но... 23 это вообще ничего. Да похуй, пробуем. Ой, у меня казнили этого пидора. Я тебе сказал. Убил пиздатого продавана. Он был хуёвым. Ну, не вкачанный. Да, ну, собственно. Бля, так можно было VIP купить, да, реально. Пул армии уже легче было, кстати. А что, у тебя в Кавате восстание, что ли? Или что за там за армией сидит? Да. Да, восстание, если тебе это интересно. Надо их обоссать. Да, я уже гонялся за ними. Сейчас коричневый лососет тунца у нас. Так, теперь из Сануки забираем все свои войска. И идем за три хода захватывать Аву. Ты же ее захватываешь, не знаю сколько. А я только вышел к ней. Так... Побеждаем восстание. У нее там лучники, прикинь. Даже потери есть. Постреляли тебя. Пушками пострелял сто пудов. Так, в Кавате у меня нормализовалась ситуация. В Сетсу тоже нормализовалась ситуация. Ну, тогда идем сюда. О, у меня тоже будет буддийское святилище. Так, что у меня там еще можно было сделать пиздатого такого? Ну, тут войска нанимаются. Тут построим стрельбище. Чтобы у меня еще они меткими стали. Я на сухопутный трачу 20 тысяч. Ну, такая, конечно, ты в каждом городе нанимаешь по 100 солдат. Так у меня еще сколько дух. Сидеть, ничего не делать. О, у меня какой-то из дочек можно женить на этом. А, вон, который предал же меня. Так, какой из них мне больше нравится? Вот этот. Да, вступить в брак, ёпта. Чё не работает? Так нельзя. Во, всё, поженил. А этого нельзя в семью. Так. Очкарик у меня есть. Этот начальник штаба у меня тоже есть. Кэпкой тоже есть. Наследника, блядь, теперь нельзя убирать наследником, да похуй. Так. А Ваву идут, вы из ее идут. Ну и пиздаем всем. Я сейчас разгромлю два города у них. И все будет пиздато. О, дочке уже 2 года. Скоро можно будет на твоем поженить. Уебане.
А коричневый, кстати, неплох так. Да, и он пошел, по-моему, к тебе. Или он через меня к тебе хочет, или именно получит пизды от меня. Вот тут надо понять еще, что он именно планирует. Все, он пизды просто от меня получит, если я смогу догнать, конечно. Это просто не факт. Вот. Не, ладно, ты, кстати, ругался о том, что территорию снял много. Вон всего осталось-то. По одной сейчас у них останется. Ямасира. На нахуй. Минус. А с моей территории ты его не хочешь убирать, да? Это тебе твои проблемы. Питер привел его ко мне, блядь. А я ведь не дойду до него, блядь. При всем желании. Тебе надо и Сетсу, по-моему, войска убирать, кстати. Я думаю, мне пора сверху, блядь, войска тащить, которые у меня там наверху собирались. Да, я его сейчас это, гоп-стоп, ну что-то. Мне просто нужно объединить отряды. Выйти от этим пизды. Так, а это давай сюда. А это не можешь сесть. Так, что-то можно еще поставить. Так, надо будет нового ICC накупить. А, вот тут вот город. Так, цаны, чё? О, у меня изучилось этот. Золотой стандарт. Тикс. Вам тоже сюда. Сейчас я стоимость содержания армии буду уменьшать. Где он там сел? Ну-ка, сюда я смогу. Не достреливает корабль. Он там мощный, блядь. Да я тебе говорю. На моей территории. А еще там полицейский, блядь, какой-то есть. Полиция Киото. Длинными копьями. А, это именно отряды копейщиков так выглядит. Так, а у традиционалистов. Пацан уехал, да, уехал. Давайте сюда. Так, а я захватил тут этот город, тут ЖД-дорога-то есть? А, да, ЖД-станция есть, кстати. Ага. Прикольно построенная. Надо еще вот эту штуку построить, тоже будет. Давайте пока ту. Да, сейчас мой отряд, если догонит, его пизды даст ему. Так что нужно подождать. Немного. На тех вот. Побежал ниндзя. Железная дорога заблокирована, да еще и пожар, блядь. Да, у него качанные войска. Я до него не дохожу. У него очень качанные войска. Так и я, видишь, тоже не дошел. Смотри, он как бы твоим там пизду не отдал. Хотя. Ну, за ним сразу пойду, блядь. Так, все, от синего я тут прикрылся в городе. Перейду на ее. Это будет долго и упорно. И на Аву сразу тоже иду. Ой, теперь можно до этого, до Ямасира, прикинь, добираться на поезде. Если нужно переправить войска, прям сюда хуяк можно хуйнуть. Вон еще, блядь, какой-то кусок синих войск. Савадзи, видимо, идут.
Так, тут войска нанимаются активно. Еще одну армию. Ну, точнее как, это армия будет новый генерал моего. У всех генералов должна быть армия. Ну или хотя бы собственный город. Главное, чтобы он до Бизена не дошел. Вот это самое стрёмное для меня. А до Бизена он не дойдет, слава богу. А почему? А далеко для него. Не, я имею в виду, почему, чтобы он не дошел. ЖД там станция. Оружейный завод, и там 4 разных варианта найма военных. Да без Зена он не дает. Сейчас, если получится, не знаю. Я не знаю, что он будет делать в следующем ходу. К тебе туда пойдет или что вообще? Или нападет. Просто мой отряд подойдет. Мой, наверное, не дойдет. Хотя бы близко станет. Но если он в город нападет, я хотя бы к городу подойти, чтобы я сын добил его. Да. В два отряда мы просто ебнем. Да, там вообще не. У него не вариант будет дефаться.